Привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем проходить Condemned Criminal Origins. В последней части мы выбрались из универмага, и сейчас посмотрим, что будет дальше. So this serial killer X kills serial killers. He takes them down using their own methods. If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sick stuff. He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down. His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually deliver the final blow. What is this city coming to? All right, so I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him? Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently. Sorry. Look, I can't get you the bureau dossier on the torturer now, as you can imagine. But we can find out some public information. And I have something else you need to see. Okay. Well, it's too dangerous for me to come to the bureau. Can you meet me at the city library? You know there's been a fire there. The whole thing's shut down for repairs. Exactly. There's damage, but there's gotta be a terminal or two still working. And no one will know. Can you meet me there in 15 minutes? I'll be there. Так, ну и значит, мы должны направиться в библиотеку, чтобы встретиться с Розой. По сюжету раскрывается, что, как в принципе мы уже и поняли, существует маньяк, который убивает других маньяков. И нам нужно спасти маньяка по имени Мучитель. От этого маньяка, убивающего маньяка. Чем бы я, конечно, в жизни не занялся. Потому что маньяков надо убивать. Так, ну и что у нас? Тут нас, похоже, выискивает полиция. Давайте не будем отсвечивать. Я не знаю, возможно ли, чтобы они меня заметили. И вообще надо быть осторожным. Так, я прибавлю звук. Сегодня я играю не в наушниках. Даже не знаю почему. Так, ну и что? Там кто-то бегает. Тут я видел, у нас лежат дохлые, разложившиеся гнилые птички. Давайте мы одну из них затолкаем себе в карман. Лучше сразу обеих. Это же так круто, носить дохлых птиц в кармане. Особенно разлагающихся. Ой. Так, и у нас первый оппонент на сегодня. Ой, ну по-моему лучше трубы, все-таки из холодного оружия ничего нет. Она очень быстрая и очень легко блокирует удары. Тихо. Там, судя по всему, под потолком еще один сидел, но как увидев, что к нему приближаюсь я, предпочел свалить в спешке. Еще одно достижение какое-то, которое нам, в принципе, не нужно. Я не поклонник всех этих достижений и... Ой. Ты что, дурак, что ли? Я сначала даже не понял, что произошло, блин, но это какой-то кошмар. Будь я сейчас в наушниках, наверное, тут очередь из кирпичей бы в противоположную стену вылетела. Ну да ладно. Надо еще прибавить звук. Что-то у меня очень тихо, поэтому я сначала увидел, что меня бьют, а потом уже услышал. Так, он, по-моему, куда-то туда убежал. Ой. Ты что-то какой-то... давайте мы тебе... Да хотя, просто получи. Чё с тобой разбираться-то? так, что у нас тут? Мне бы уже не помешала аптечка, судя по всему, потому что наполучал я... качественно. Ну, давайте двигаться дальше. Кто шумит? Да ты меня, скотина, сквозь стенку.
Вай-вай-вай-вай-вай-вай, не надо. Да блин, отвяжись от меня. Ты издеваешься, что ли? Охренеть. Стабло. Так, ну дверцы ящика нам не нужна, но что-то, блин, они начали доставлять мне неприятности, я бы сказал, своими такими чуть ли не партизанскими действиями. Поэтому давайте сохранимся на всякий пожарный, потому что я чувствую, меня сейчас запросто могут убить. Так, еще... Ох, 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 ой, не надо, не надо. И тут еще бежит. Да, блин. Как я и говорил, что-то, блин, они все на свете попутали, похоже. Кажись, отбегался. Дробовик с тремя патронами, в принципе, я думаю, неплохо. Что-то я туплю маленько. Отвык уже от управления, не играл порядка 4 дней. Выезжал на выходные. И забыл, что тут как. Поэтому такие у нас шероховатости получаются. Так, мне Лиза звонит, похоже. Или Роза как-то. Так, там у нас копы. Насколько она говорит, и насколько я вижу, сполохи их мигалок. Поэтому надо быть осторожным. Ой, 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 ой. Это кто так смог швырнуть арматуру, что она ж... Ты что, дурак, что ли? Ой, не знаю. Ну давайте, что ли, пойдем. Как бы мне не хотелось, но выбора у меня особого нет. На улице, я не пойму, то ли раннее утро, то ли поздний вечер. Еще одна отдыхающая птица. Засунем ее себе в карман, потому что это круто. Я люблю носить помирающих птиц в карманах. Там что у нас, убитый мент? Дверь закрыта, и нам, похоже, придется идти туда. А вон там, я вижу, по-моему, кто-то торчит. Если мне не кажется. Опа, а ты откуда взялся? Один готов. Вот еще одного вижу. Мне, видимо, вниз спрыгивать. Потому что тут все перегорожено, а лазить по такой решетке, зацепляясь пальцами и подтягивая тело, наш герой, видимо, не умеет. Ну, может, у него пальцев нет. Так, что-то не нравится мне это место, напоминает какую-то арену. Давайте запишемся и спрыгнем. Ой, ой, ой. Что, совсем с ума, что ли, посходили? Так, ну еще один. Ой, живой. Блин, отвяжись от меня. Это не я их убил. Осторожно, ребят, не стреляйте в них. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да что тут творится-то? По-моему, это все не очень хорошо. Тем более, что у меня сломалось оружие. Так, куда бежать? Что делать, как быть? Блин. Ну, как я и ожидал, да, тут вламывают нехило. Давайте-ка будем более осмотрительными.
и сразу куда-нибудь затихаримся сейчас вон в тот угол. О, молодец. В этот раз ты повел себя очень хорошо так. Так, что мне это дало? Зачем я его подвинул? Так, блин, ребят, тихо-тихо. Так, бежим. До добра это не доведет. Давайте, 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 молодцы. Давай, давай, давай. Блин, да что ж такое с вами, а? Вот, 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 давай, давай. Тихо. Вы там, ребята, все правильно делаете. Да блин, да что ж ты, какой непредсказуемый, а? Да блин, вот ты сносишь меня. Фу, блин, да, уж это, конечно, настоящий шандец какой-то творится. И куда же мне? Вот сюда, видимо. Уходим быстро отсюда. Добром это, я чувствую, не кончится. Блин, кто меня садит там? Валим, валим, валим. Так, ой-ой-ой, куда это я? Ну, скотина. Да, блин, какой-то... Тихо, 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 аккуратно. Эй-эй-эй-эй. Блин, да что ж такое творится-то? Куда меня закинуло? О-о-о! Там у нас уже менты бегают. Thomas, I'm at the library. Where are you? Rosa, be quiet. Hey, Smithy. John. Фу, пронесло. Rosa, are you still there? Sorry, I'll be there in a couple minutes. Hurry, I have a feeling I'm not alone here. Так, ну что, наконец-то отправляемся в библиотеку. Довольно-таки занимательный был у нас путь, я бы сказал. На улицах просто войны какие-то идут. И вот это вот побоище на той небольшой спортивной площадке, конечно, доставило мне новых впечатлений. Пока грузится, я, пожалуй, надену наушники. Потому что что-то, блин, так играть не особо страшно. И давайте-ка я сейчас. Вот так. Все в наушниках, я думаю, дело пойдет на лад. Это библиотека у нас, что ли? А это кто такой? Или кто такие? Какого хрена тут творится? Так, ну, библиотека, как мы видим, в плане архитектуры довольно-таки красивая, но заброшенная, и нам нужно быть осторожным, потому что я видел каких-то тварей. Не совсем понял, что они себя представляют, возможно, это те гады. Ползучие. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Похоже, это, друзья, чьи-то кишки. Жесть.
Так, там у нас экран, что ли, работает. Но там закрыто, нам нужно найти лом. Для начала мне какое-нибудь оружие, конечно. Хотя бы. Так, выключим фонарик, чтобы не палиться. Нет, без фонарика ничего не видать. Хотя бы, блин, какой-нибудь деревянную палку с гвоздями, трухлявую. Мне бы то пошло, это лучше, чем с голыми руками. Так, а что-то народу вообще нет. О, очередная птичка. Давайте засунем ее в карман. Она гниет, как мы видим, над ней мушкара вьется. Я думаю, это круто носить кучу мертвых птиц в карманах. Так, ты у нас кто? Непонятно. Подписи нет. А было бы интересно узнать. Так, аптечка. Аптечка, слава богу, мне пока не нужна. Запомним, что здесь у нас есть в фойе аптечка. На случай чего. Так, ну и что мне туда? Или там я вижу закрыто. Тут я вижу, тоже требуется лом. Так, главный этаж, нижние уровни. Короче, сейчас все поймем. У нас лифт, но что-то мне терзают смутные сомнения по поводу того, что он не работает, потому что тут как-то все, блин, заброшено. Я не уверен, что... Но, похоже, работает, что ли, кнопочка горит. Давайте подождем еще маленько. Ну надо же. Он работает. Это хорошо. Так, давайте на Б поедем в подвал. Конечно, я не люблю подвалы, но ладно. Какого хера? Ха. Это я в этом оказался опять, в метрополитене, что ли? Кто это там стоит? Я не очень хочу к нему подходить, но... Так, тихо-тихо. Крысы. Ненавижу крыс. Так, и здесь у нас опять все заброшено. Еще аптечки. Что-то она мне в этом моменте как-то очень резко напомнила Дом ночных кошмаров. Там тоже был такой фойе. Как-то вот так вот все. Но, конечно, это совсем разные игры. Просто минутное такое дежавю. Так, администрация библиотеки. Ну, давайте посмотрим. Или она тут, в смысле, вот про это вот имели в виду. Так, ну, хоть какое-нибудь оружие мне дайте, чтобы я спокойнее себя чувствовал. Это у нас что? Так, circulation, не знаю, как оно в данном контексте переводится. Thomas, Thomas, over here. Так, и тут у нас Роза. Squatters and addicts have moved in, and they don't like company. Come this way, I have something to show you. Я думал, ты, конечно, посимпатичнее. Не гритосина. Какая-то ты мужик подобная. Так, ну что, давайте посмотрим. During your last physical, they found several abnormalities. For starters, your bone and muscle densities are off the chart. Ничего себе. You have a reputation for being tough, but who knew? Мышцы и кости не имеют аналогов. Не что, Росомаха, что ли? Ускорена работа клеток мозга. Из моей груди выходят рентгеновские лучи. Someone's blacked out the X-ray and added the notation C subjects PR 56.
A PR-56 is a special addendum to a personnel record. Все засекречено. Yours is classified black. That's pretty top-level security. Way beyond either you or me. Какого хрена тут происходит? I didn't know. Я что, какой-то подопытный? Well, now you do. Maybe I shouldn't have told you, but there it is. Oh, and I also left something there on the counter for you. Popular modification to the standard. Супер шокер. Отлично. И что это мне дает? Так, ну давайте проясним ситуацию. Из этой папки выяснилось, что у нас усиленные какие-то мышцы и кости, у нас исходит из внутренности рентгеновское излучение, и все документы по нам секречены.